Друзья, добрый день. Афанасий из Одинцова, Михаил из Одинцова. Помните команду мощных ребят? Вот что они наловили, посмотрите. Расскажи, Афанасий, на новом месте поймал? Да везде понемногу. Это, в принципе, клюет везде. Единственное, это. Но больше, конечно, вот по левую сторону, если вот от дамбы смотреть в конец пруда. Короче, где я разбульдозерил лес, да, в коряжнике? Почти все на ратлины. Блин, солнце светит. На ратли же, да? Да, это. Почти все поймали на ратлины. Причем разные, и мелкие, и крупные. Этот. И на резину клевало, ну, там были такие помельче рыбы, конечно. Мы их отпускали, а вот таких взяли. Еще три, не знаю, грамм по 500, наверное, отпустили. Окуня не ловили, но он попадался. Отличный окушок, причем на 110-й, да, воблера этот. Ну, да ты что? Мы его целенаправленно не ловили, как бы как попался, так. Ну, вы крутые парни, спору нет. Но местечко новое вот это сработало хорошо, да, который вот... Я разбульдозерил. Если честно, то и тут клевало, и там поклевки были. Но там, то есть в заливчиках, да? Реализация получилась там больше. Где? Но если честно, если в пересчете на, ну как сказать... Какое место лучше? Какое место лучше, да, ну, наверное, там, конечно, по ту сторону лучше. Ага, вот так, друзья, все-таки лес, который я разбульдозерил. И сегодня Афанасию и Михаилу говорю: ребят, идите туда, потому что я утром пошел, у меня там два раза щука сошла. Ну, две щуки сошло. А ребята-то пошли туда. Не побоялись того коряжника, который там. Там ведь и карп, и щука. И вот результат. Плюс еще сколько сходов, да, и сколько вы отпустили. И сходов много было, и отпустили много. Ну, там ей коряжник. Ты счастлив, Михаил? Я очень счастлив. Ты двух щук поймал тоже, да? Да, вот мои. Вот так. Ну, вы молодцы, что? Не, он 4 поймал, и я, получается, 4. Но мы их подпускали. Ну да. Вы молодцы, вы крутые парни. Ну, приехали. Старались. Год вас не было, и приехали. Вот. А мы что, только на щуку ездили. Вы крутые. Сильно не любители это другую рыбу ловить. Ну, да. Ну ничего, сейчас будем ездить. С кольцом поймаете, будете и на карпа ездить, и на щуку. Ну, в следующий раз точно поймаем. А я как раз еще закольцую. Ну, молодцы.